Россия отмечает День государственного флага. Флаг наряду с гербом и гимном нашей страны – официальный символ государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 67-69 годах 17 века. Однако законным основателем триколора признан Петр I. В 1705 году именно он издал указ, которым утвердил бело-сине-красный флаг. Сам нарисовал образец и определил порядок горизонтальных полос. В день российского флага к жителям Дагестана обратился глава региона Владимир Васильев. Цитата. «Наш флаг символизирует свободу, суверенитет, демократические принципы и достоинство государства, общества и каждого гражданина России. Подъем государственного флага знаменует подвиги, выдающиеся достижения и открытия в труде, службе, науке и спорте. Они множатся. Разработанная вакцина против новой коронавирусной инфекции тому свидетельство. Борьба с пандемией в России и у нас в Дагестане показали, что наша страна способна противостоять самым непредсказуемым угрозам, а из усилий каждого жителя складывается общая победа. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо Дагестана и России». Конец цитаты.